был этот, Ленин стоял, а этот был цементный, отлитый из бетона, его захоронили где-то, а это вранье. Да, видать, 100 с лишним лет назад тут жизнь кипела в этом купеческом городе, зажиточном. Ну, Борисоглебске, дворянское собрание. Домов старых, купеческих, двухэтажных, очень много. Это вот это, Игорь, было вот дворянское собрание-то? Вот, вот. А, прямо? Прямо, драмтеатр, Чернышевский. О, теперь это драмтеатр. Театр модерн. Понятно. В 45-м году переименовали его в Победу. Сейчас построили. Какое здание, это было прекрасное. Тут люди собирались, балы были, наверное, да? Да, да. И площадь приятная такая, в принципе. А это что было? Кинотеатр модерн. И то есть и в царское время был модерн? Нет, да до войны. До войны. А после войны Победа. Не, ну а в царское время что тут было? Понятия не имею. Вспомни, какой Первый канал был центральный. Ну понятно. Здесь университеты. Что же это за буква Б такая странная? А, университет. Это вензель такой? Да, конечно. Такой верх у нас вот такой там. Вот, ну этот новодел стилизованный под 19 век все равно выделяется, не то это. А банк наш, Сбербанк, смотри, он зеленый справа. Где? Вот, справа. Это Сбербанк, да. Ну это тоже, это да. Старое здание? Нет. Новое? Новодел. Ну вот это хоть более-менее выглядит похоже. Но оно пристроено к старому. Ну вот это другое дело. Вот это вот, чтобы себя фотографируешь, вот это старое здание. А вот крыша уже настроена. Ага. А вот этот первый этаж остался. Здесь был раньше хлебзавод. Ага. Ну вот это серьезное здание, симпатичное. Они его не испортили сильно, я тебе хочу сказать. Я вид клиента. Дом пионеров. Видишь, Ивак госпиталь был во время войны. Ну, к сожалению, тут. Борисоглебск. Не Россия, а Борисоглебск. Это мы уже проехали, мимо нее проезжали. А вот КМЗ, две трубы, видишь? Но это не главное. 70-е, короче. Кинотеатр как раз открыли. Чего ты говоришь? Кинотеатр открыли в 70-х. А где кинотеатр? Ну, мы же проехали там. Вон, Борисоглебск, видишь, гостиница, видно. Где-где? А, вон она. Вот я про нее, наверное, и говорил-то. Где здесь находится? Ой, я не знаю, дайте красивую. Опула и базула. А это торговый центр. Это вот общежитие было для вас, кого военных, что ли. А это подождет завод. Слушай, скажи мне, а что за жизнь вообще? Хорошая? Подобное, да. Ну, вот всякий завод есть, работает. А теперь и сейчас немец есть? Построил, да, до революции еще немец строил. Я понимаю, а сейчас-то он есть? Да, есть, работает. Ну. Он долго болел. Ну, недельный, еще. Да, 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 болел. Это, и мы написали, он отказался от лечения. Ладно, я там сам напишу. Давай. Только. А, спасибо, целую, люблю. Давай. Ты же у меня подруга. Давай. Медсестра моя. Все карточки писала, да. Это было. Да вот он, дружок, всю жизнь в тюрьме сидел. В этот этап с Грузии приходит 30 человек, из них 25 лет воров в законе. Ему 20 лет, блядь, он вор в законе, я 20 лет сидел тут.